Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас четверг, а это значит, что обновление на NextRP. Сегодня у нас глобальное обновление, поэтому всем приятного аппетита, всем приятного просмотра. Ну а мы начинаем. Итак, заходим. F1. Обновление. Новые кейсы. Да, 23-е. Ромбик зачеркнутый, значит и глобальное. Новые кейсы и мощная ламба. Это понятно. Next Pass, второй сезон. Ну, то же самое, кроме того, что главный приз BMW X6. Потом, изменение системы охоты за головами. Так, работа охотников за головами из клана ППС теперь прибыльнее и удобнее. Заказ за ориентировки требуется участия только одного человека. Спутниковая система доступна всем участникам фракции на карте. Спутниковая система доступна всем участникам клана на карте, если она оплачена. Участникам клана заказы доступны из бункера и приложения. Сотрудникам ППС ориентировки доступны через меню ориентировок в здании фракции. Теперь заказчик платит меньше, а исполнитель получает больше, чем раньше. Рация дальнобойщиков. Во время работы на смене любой компании дальнобойщик доступна рация с четырьмя каналами. Будьте на связи. Ну, вообще ни о чем будет. Школьники там всякую херню писать, говорить и так далее. Дополнение наборов кланы. Новички приносят награды клану за свой прогресс. То есть новички игроки до 8 уровня персонажа. Список новичков доступен лидеру и модераторам в бунгере. За повышение ранга новички внутри клана до 5 ранга включительно клан получает очки чести и полезные предметы в хранилище. Я не в клане, не могу показать это. Обновление штрафов и укладки. Нападение на офисы ДПС дали ясно понять, что дорожные штрафы нуждаются в реформе. У каждого класса транспорта свой ценовой лимит за доставку. То есть теперь класс S будет больше стоить, да? Понимаю. Доставка транспорта теперь зависит от его цены, но не выше лимита. Чем выше класс транспорта, на котором превышена скорость, тем больше штраф. Надо протезить будет штраф, только я получил на ламбе. Новый контент. Корректировки, кому интересно, на паузу нажмете и прочитаете. Так, давайте начнем с нового контента. То есть вертолет, Поршик, BMW M4, кстати, новая. Мерсик. Ну, тут-то все по-старому. Нового ничего, да. Так, акции у нас что? Программа премиума, донат, ну, это Battle Pass, потом распродажа, тоже ничего не меняется, и главное сезонные награды. Теперь у нас что? Премиум сколько стоит? Все так же стоит. Так. Ну, тут, в принципе, одно и то же. Ничего не изменилось. Ключи, кейсы. Ладно, тут прикольная раскраска, точнее, не он. Ой, блин, не он, извиняюсь, винил. Или Халка. Вон, да, прикольно, еще один винил можно сделать. И корона. Ну, и бэха. Так, задача у нас... То же самое все. Ничего нового, да? Да, ничего нового. Состязание. Дерби. Сбор подарков. Уничтожение царь горы. Понятно. И магазин наград. О, винил череп, винил кобра. Кстати, обнулились эти. У меня были награды, они обнулились. Плохо. Винью Онна Бугайса, пояс викинга, хотя очки прикольные, можно будет себе купить их. Рюкзак кладоискателя, надо будет тоже купить. Злая обезьяна, Нио, ну блин, такое себе.
сезонный кейс. Он, кстати, легко добавили машину. Это раньше было, помните, одни скины до винилы. Ну, вот такой вот кейс был. На этом и все. Ну да. Сейчас мы с вами съездим, получается, получим сначала штраф на ламбу. А потом съездим в казино, посмотрим, какой там в лотерее дают машинку. Так, сначала штраф, да? Ой, застрял. А, тут у меня нету. Надо ехать мне в этот, где штрафы получаю. Ладно, поехали сразу в казино. Воу-воу-воу-воу. Не покупайте ламбу. Так. Казино, казино. Какая тачка же будет? Думаю, Бентли. Нет, Макларен, смотри. Давайте парочку откроем. Так, 3000. Мне, конечно, уже падал здесь Шарон. Я не рассчитываю на тачку. Но, потом я продал Шарон. И... получается, выбил. Ой, не выбил вообще ничего за эти 24 миллиона. То есть я их все всадил сюда. Так, сюда. Ну да. Сейчас он мне ничего не будет давать. Так, я у нас, получается, сейчас у меня Фиан попал на стоянку. Сколько я заплачу за него штрафа? Штрафы? 5000. А что изменилось? Видимо, что-то я не понял. Ну что, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки и дизлайки. Ну и подписываемся на канал. Давайте добьем уже 1000 подписчиков.